Всем приветики, с вами Олд из тюрьмы. Пытаюсь сбежать. Ну что, поехали. Может, куда-нибудь сюда? Поезжайте домой. Сейчас они свалят. Отсюда бы как-нибудь еще свалить бы. А где я? Хер его знает, где я. Тут полно копов, они меня сейчас возьмут за жопу. Вот ушел, а этот тут так и стоит, блин, сука. Тут никак я. А, это канализация. Давай-ка мы отсюда свалим через канализацию. Тихохонько. Как я сюда пришел? Можешь так и уйти. Что значит водички попил? Это еще не факт, конечно, но... Тем не менее. Упс.
О! Ух! Выбрался. Не обязательно всегда на ура идти. Спокойно, спокойно. Точка ничего так. Шустрая. Вперед. Гоняем это. Далеко опять я заехал куда-то. Большой город. Хевен. Специально тут притормозил, да? Ты чё тут ходишь-то? Такой деловой, пока не задавят. Деловой. Ух, да, нелегко было, нелегко. Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Не лезь в политику, девушка. Ух, вид сверху, перевыборы, глава пройдена, слава богу. Хотя тут, в принципе, если знать, ничего сложного. Куда свернуть, где пробежать, я вот только три раза в прошлой серии пытался смыться, но меня все время расстреляли. Там еще тачка такая
никакая стояла. А можно было просто уйти вправо. Да, обмен на босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... Как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Знал об этом. Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У вас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего? Поехал. Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом, пожалуйста. Не может он. Таможенному хранилищу. Поехали, ладно, хоть рулить не надо. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мыслей в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть. Смеетесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательную кассу в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. А грабить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит.
А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Да. Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою Дону. Не знаю, понял. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поле. Или скажи все Дону, или забудь. Да. Ну, помечтать-то хоть можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поли захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Не, трезв как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Идите, угоните грузовик таможни. Хера себе, блин. Обыщите рабочий район. Быстро я нашел. На грузовике грузовичков. Ну, хоть машин мало. Ночь на дворе. Марата. Ну, есть еще и похуже. Да ничего. Этот чувак все время под колеса бросается. В неположенном месте. Здесь, Том. О. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места.
Можешь ехать в кузове. Опять стрелять по броневикам. Не высовывайся, не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как обычно. Ты всем тёлкам это говоришь? Хорош. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна, или как его там? Ну, сигарная страна! Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься, ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Че, уже приехали, что ли? Ваши документы? Черт, точно, да. Э, Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Что это было? Вы о чем? Что? Держи, друг. Хорошо. Проезжайте. Работа сегодня кипит. Парковка забита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего. Будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Ты же знаешь. Чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги, но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной! Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что поройся в их документах. Нам нужны камерунские сигары с корабля «Богемия». Судно пришвартовалось 23 числа, во вторник. Ясно? Да. Не попадись никому на глаза. Как закончишь, разыщи нас. Беритесь на склад. Тихохонько. Сказал готовиться к неприятностям. Сам на первом. Проникните в здание хранилища. Генерала заставляют работяг пахать сверхурочно. Хрен что найдешь, если не сказать хуже. Просто ищи все, что выглядит как-то странно. Мы никак не сможем осмотреть все ящики. Нам и недели не хватит. Вам и заплатят, как за неделю. Хватит ныть. Тихонечко.
Тихонько. Найдите сведения о новых грузах. Иди их искать. Прочесть. Хью, я забрал со склада ящик сигар. Нутром чую, то, что мы ищем, может быть спрятано среди конфискованных камерунских сигар с Богемии. Как придешь, сразу отправляйся на склад и проверь остальные ящики. Увидимся утром. Удачи. О, это мне поможет. Ящики лежат на складе. И где-то склад. Наверное, внизу. Блин, ничего не вижу. Зараза, это я не туда вышел. Давайте поживее. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим в соседнем помещении. Ну и козлы эти федералы, хотя платят неплохо. Мы уже не меньше 100 ящиков посмотрели. Мать твою за ногу. Как же я устал, сука. Черт, у конца и края не видно. Где ж, сука? Где эти ящики искать, хер его знает. На складе. Где этот склад? Я тут вроде как на складе. Мы же на складе, на складе. Хер поймешь. Может, наверху? Наверху я уже был. Ничего.
Так, это все бесполезно. На складе. На каком складе? Журнал, блин, нахер никому не нужны. Так, вверх я уже весь прошерстил. Я ж оттуда и пришел-то. Это я уже читал. Прочесть. Проверь все ящики. Где, блин, эти ящики нахер? Знать бы. Ящики все нахер. Ищи их тут. Свищи. Без понятия, блин, где их искать. Как будто это не склад. Надо порыться в их документах. Пойму хоть что тут где. Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Так их же сотни. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. Блин. Так. Так, транспортное средство Богемия, груз сигары, табачные изделия, оригинальный пункт из Атлантики, компания, основание для конфискации, подозрения начальника порта, сектор склада D2. Угу. О, это мне поможет. Я
Ящики в секторе D2. А где этот D2, блин? Терминал. Я тут. Сектор склада D2. Ага, вон она, наверное. Скорее всего. Тут как туда попасть? Тут эти, блин, ходят. Увидит. Ни сигар, ни алмазов. Где этот D2, блин? Полицейский, блин. Сука, где же ты, падла? Я его нашел! Козлина. Где-нибудь обозначения какие-нибудь были бы, D2, D1.
Я вообще не вижу ни хера. Полицейских вижу. Да их попридушить там, блин. Это мешает мне работать. Так-то лучше. Тихохонько. А, вот он, D2. Наконец-таки нашел, где написано. Надоело. Камерун, во. Они. Вот ты где. Вернитесь к Сэму и Поле. Вот и он. Ух. Уверен, что взяли то, что нужно. Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Черт, ты жога мучает, надо воды попить. Скоро у меня там перерыв. Скоро. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Черт. Вы слышали? Ладно, Том, погнали. Валим, валим! Да уж что, тут не слишком удобно, а? Через ворота. Незаконное вторжение в федеральное таможенное хранилище. Водосливаемые уходят на грузовике таможни. Нужны заграждения на всех сторонах. Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Том, педаль в пол. Дорога перекрыта. Найди другую. Если нас засекут, начнется жара. Давно не виделись. Вот дерьмо. Так, народ, на этой ноте мы сделаем перерыв до следующей серии. Не приведите за собой кома. Блин, там дорога перекрыта. Надо было херачить, блин, напрямки. Ладно, куда мы там потом поедем? Не знаю, куда. Хотел тут выехать.
не получится. Придется сейчас влево брать. Зараза. Потом вправо, потом опять влево уходим. Все понятно, я понял. Но это будет в следующей серии. Все, пока-пока. С вами был Олд. Мафиози.